Не допустить жертв кровопролития и сохранить страну. К этому руководители государства призвала мэр Славянска Неля Штепа. Она обратилась с заявлением к кабинету министров. Я призываю правительство сесть за стол переговоров с представителями территориальных громад Восточной Украины. Вы должны поставить точку применению силы и беззаконию и показать, что все противоречия нужно решать исключительно мирным дипломатическим путем.